Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза и Маша Нубаша, и мы сегодня играем в симулятор поедания конфет. Всем привет, ребята! Привет, и давай начинаем с тобой поедать конфеточки. Первую конфеточку кушай. Ну-ка, посмотри. У тебя получается? Что? Посмотри, какие у нас большие пузики. Давай потрёмся пузиками, давай. Огромные пузики. Опа, а смотри, что я могу. Смотри. Чё? Опа! Газовая атака. Ты тоже так можешь. Ну-ка, давай, бомбани. Нет, я так не буду делать. Никому не покажу. Будешь. Давай. Все хотят, все лайки поставят ради этого. Давай. А ты видел, какой у тебя пупок? Он квадратный. Да, у меня на продажу уже пошло. Я полностью заполнил инвентарь. Смотри, и... Так, ты где, кстати? Здесь много людей. Я потерял тебя. Надо найти магазинчик. О, здесь много сундуков. Давай, иди сюда. Ты где? Ты где, Нубаша? Нубаша, ты где? Где? Я тебя найти не могу. Появись. Вот она. Пойдем, смотри, где? Здесь есть сундуки. Сундуки и вот здесь. О, можно крутануть. А, нет, нельзя. Или можно, не знаю. Давай. О, ежедневные сундучки забираем. Оу, 300 тысяч коинов дали. Оу, жесть. Ну-ка, подойди сюда, тебе сколько дадут. А спонсором сегодняшнего видео выступает сайт RBX Store с продажей робоксов по очень выгодному курсу за 1 рубль почти 2,5 робокса. А также у ребят есть эксклюзивный метод покупки геймкарт с моментальной выдачей робоксов, который настолько полюбился покупателям, что его разбирают как горячие пирожки. Поэтому переходи по ссылке в описании и успей совершить выгодные покупки на сайте RBX Store. Я ничего не поняла. В смысле? Куда? Вот же сундук стоит, вот. Возьми. Сколько? 375 тысяч. Жесть. Нам надо отправляться в магазин явно закупаться. О, вон. Дали буст. Да, но я специально не взял пока что буст, чтобы потом прокачаться, потому что вначале нам надо в магазин зайти и закупиться вещами. Наверное, ДНК нам надо прокачать. Давай возьмем. Какой? Самый лучший, может быть, мы возьмем. А да, где самый магазин? Лучший. Опа, там написано шоп. И самые вкусные конфеты. Я взял. Ну-ка. О, сейчас смотри, у меня апельсиновая конфеточка. А ты где? Здесь какие-то ребята стоят. Тебя я не вижу. Ну ладно, ну думаю, найдешь. А я здесь нашел еще бусты. А я пета просматриваю. А где есть еще какие-то животные петы? Где-то еще есть? Я не знаю. О, здесь бусты. Я даже не видел, где пэты. Я пошел быстренько, закупился в магазине. Напротив села. Напротив продажи. Сейчас я посмотрю. Напротив продажи ничего нет такого. Вот я, смотри, Джуз, вот. А, вот здесь. Все, понял. И что, они дорогие? О, ну, сколько есть... здесь много всего. За 10 даже... тысяч есть и за миллион. Ютуберское яйцо есть даже, смотри, 1 миллион. 10 500. Ну-ка, давай-ка я попробую пойти продать. Продаю. У меня есть 11 тысяч. Я попробую купить себе здесь питомца. У тебя есть коины? Коины, да. Ну-ка, берем, открываем. Мне выпадает какая-то мармеладка, но больше у меня коинов нет. И а попробуем надеть. Коины? Смотрим на, так, характеристики. X4 и X2 конфеты. Что говоришь, какие коины у тебя? Куда ты делал свои коины? Я же говорю, я пошел в магазин, закупился. У меня, смотри, теперь новая конфеточка. Сладкая, вкусная, плюс у меня еще питомец есть. Сколько всего питомцев можно носить? 4 питомца! Мы можем сделать золотыми их! Мы можем их да. сделать золотыми! Можем. Но для начала надо, конечно, закупиться хорошечно. О, вообще Джуза. Питомец нам помогает. Я иду, Джуза. Да? Все, я сейчас. Думаю, что тебе нужно было потратить денежку на питомцев. Зачем? Я сейчас открываю питомцев, уже все нормально. У меня уже дополнительно 100 тысяч есть.
И я купил себе 4 питомца. Отлично, всех надеваем. У всех хорошие характеристики. И сейчас, если я буду прокачиваться, я прокачаюсь еще быстрее, еще мощнее. Смотри, у меня 11 тысяч, 12 тысяч конфет есть. Очень хорошо. Ты что здесь стоишь, пытаешься понять? Кстати, ты вообще сюда отлично вписываешься, в эту локацию. У тебя такие же розовые волосы, конфетные, как вся эта игра. И мы идем продаем. О, у меня один... Пета. У меня 1 миллион коинов уже есть. Погнал я покупать питомца за 1 миллион коинов. Хочу посмотреть... Что нам дает ютуберское? О, и здесь еще вот такие. А, это за робоксы. Ютуберское яйцо. Открываем ютуберское яйцо. Выпадает куки-бой. И какие у него характеристики? О, X10. Вау, ничего себе. Он гораздо лучше, чем обычные пэты. Это хорошо, очень хорошо. У тебя вообще здесь, да, дела никак не продвигаются? Я тебе говорю, иди в магазин, закупайся вещами и прокачивайся. Зачем тебе эти питомцы, если здесь есть куда лучше? Вот такая тебе подсказочка, Дубаша, хватит здесь стоять. Ребята, объясните ей, что нужно идти в магазин и закупаться. Напишите в комментариях, иначе она будет здесь всю жизнь стоять. Я уже вырос до огромного размера. Смотри, я больше, чем ты. Видишь? Сейчас, ты вообще здесь? Да. Я все, я пошел на продажу, получил 3 миллиона коинов. А это значит то, что я сейчас еще 3 питомца ютуберских возьму. Же здесь гиганты, гиганты. Ну-ка, забираем здесь. Открываем еще одно. О, Джефф Блокс выпадает. Давай еще открываем. И еще куки выпадают. И еще последнее яичко. Бам, еще впадает куки. И давайте надеваем сейчас, какие у них X15. О, друзья, очень много. Ты где, куда ты запропастилась? А, ты до сих пор здесь стоишь, что ли? Как дела? Ну-ка давай рассказывай. У тебя есть золотой питомец, я вижу. Кто? Питомцы? У меня два золотых питомца. И какие характеристики? И второй рарный. Видишь? Какие характеристики у них? Сейчас скажу. Давай говори быстрее. Так, у золотого одного 4 конфеты 6 коинов, у другого тоже 4,5 конфет и 7 золота. И у других приблизительно так же все. А у меня не золотые питомцы, и у них характеристики X15. Вот так-то. 20 миллионов у меня уже есть, вау. Ну-ка в магазин зайдем сейчас, прокачаемся. Самые лучшие конфеты берем, закупаем. И где, каким я взял? О, здесь есть триллион стоит, обалдеть. Я теперь ем печеньку. Вау, ты где, ну, Баша? Я тебя видишь, какой я большой стал? Гигантус. Все, иду, продаю 45 миллионов. Обалдеть, друзья. Вот это мега прокачка, конечно, началась. Здесь есть другие миры, которые тоже можно попасть. Ну-ка, идем на продажу. И покупаем сейчас крутой ДНК какой-нибудь. Давай, покупаем самое лучшее ДНК. И 16 миллионов теперь помещается. Есть у нас ранги 2 миллиона 500 биллионов. Вау, здесь много рангов. Как... О, есть коины какие-то. Что это за коины? Здесь можно что-то сделать. А, это купить коины, я понял. Идем сюда. Дальше раскачиваемся до гигантских размеров. Я тебя не вижу уже, Нубаша, ты где? Маша, Нубаша, появись. Я сделала реберт. Реберт? Зачем? Ну, ладно, ладно, ладно. У тебя есть реберт, у меня нет, но я супер-мега большой. Я максимально большой толстячок. Наелся сладкого, продаю, у меня 350. 385 миллионов даже могу сказать. Но нам явно нужно идти в новую локацию. Ты где, ну, Баша, идешь в новую локацию? Я тебя не вижу. Я кушаю рыбку. Рыбку кушаешь? Давай, нам надо, короче, в другую локацию идти. Так, 10 биллионов.
Вот сюда мы можем попасть, а там у нас еще быстрее прокачка должна быть и еще круче питомцы. Ну-ка, я иду за всех сил. Что? А разве не важно делать реберты? Нет, пока что не важно, мы очень быстро прокачиваемся, поэтому вот идем сюда, мы потом сможем сделать сразу много ребертов. И здесь, смотри, X5 прокачка на этом острове. Только я не знаю, сколько сюда надо конфет съесть, чтобы попасть. Что? Мы не сможем сделать много ребертов. При реберте у нас все сбрасывается, кроме питомца. Сможем, там же не обязательно брать предыдущие реберты, чтобы взять следующий ранг. Жесть, у меня 1 000 000 000 уже. Мне надо маленьким стать, срочно. Я стал маленьким, и здесь у нас есть питомцы какие-то. А что, я не могу взять X25, вот эти статы? Как мне... А, это донатский, я понял. 10 000 000 пэты. Ну-ка, а я могу сразу по 3? Нет, по 3 не могу. Давай открываем тогда по одному, будем открывать. И выпадает на мне олень какой-то. Ну-ка, какие у него характеристики? А, ну, такое, на самом деле. Самые крутые пока что это ютуберские питомцы, так что бери ютуберских пэтов. Они хорошие характеристики дают. Ты где? Я вот здесь на магазине стою. Да, это получается, что если, допустим, я сейчас прокачаю 1 000 000, да, то я могу пропустить и не покупать за 100 000 000. Я могу сразу купить за 5 000 000. Да. Вот я глупая. Ну, я тебе говорил, надо было вместе со мной бегать, прокачиваться, а не питомцев там вот этих вонючих маленьких покупать. Итак, у меня есть много, так, 3 000 000 почти что. Я думаю, мне надо сейчас... Еще взять ДНК самое лучшее. Взял ДНК самое лучшее. И возьму сейчас еще конфеты самые лучшие. Вот так вот взял. Теперь ем сердечки. О, я даже здесь очень быстро прокачиваюсь. А у нас есть телепорт где-нибудь? Порталы ты видишь? Я не вижу порталы никакие. Нет. О, еще одна локация у нас разблокировалась вон там, да? А, подожди, а куда идти-то? В какую мне локацию лучше попасть? Я пока не понимаю, я не... А вот, я нашел порталы, наконец-таки. Я нашел порталы в нужной нам локации. Так, вот смотрите, у нас есть лес, есть пустыня, есть снежная локация. Ну-ка попробуем снежную локацию. Бам! 10 000 000 надо конфет, чтобы попасть в снежную локацию. О-о-о, очень много. Ну, значит, я в предыдущую могу попасть. О, я вижу, ты все, большутка теперь. Вот это ты мощная. Ну-ка, давай. Сколько у тебя уже всего накопилось? Коинов? Ну, да, коинов, конфет. Почти 6. А конфет я могу 4,5 000 000 кушать. Нормально, 4,5 000 000. Ну, пойдем, я тебе покажу порталы. Уменьшись, можешь уменьшиться, чтобы нам быстрее и легче передвигаться. Погнали. Да, погнали. А есть разница в месте, где сдавать съеденные конфеты? Вот здесь есть сел свой, а там есть удвоенный там, сел? Там нет продажи двойной. Ну давай, уменьшайся, погнали. Погнали, куда? Я тебе покажу порталы. Давай, пошли. Где ты? Вот, давай. Ты кушай, где? Главное, кушай по пути. Ну ты уменьшись. Вон же есть справа кнопочка уменьшиться. Давай, погнали. Вот так? Да, пошли. Я могу кушать и не становиться большуткой? Да, погнали. Ну просто мы здесь не пройдем, здесь много деревьев, нам надо быть малютками. Вот у нас здесь есть порталы. Например, вот сюда ты можешь попасть? Вот этот портал, ну, хотя бы зайди. Ну я еще не открыла. А подожди, это же, наверное, и есть этот... Ой! Опа, вот сюда можешь зайти, вот в эту локацию? Вот здесь вот, давай. Во, видишь? Можешь пройти. Здесь X5 прокачка конфет. И мы с тобой бежим вот сюда. Здесь у нас есть сундук, можешь взять сундучок. Здесь сел нет, сел только там у нас, продажа на стартовой локации. Здесь есть питомцы, но они так себе. Лучше бери ютуберских питомцев, они лучше. Покажи, где? Кто где? Где питомцы ютуберские? Ну там, где ты своих первых покупала, рядом вон там вот есть и ютуберские питомцы.
Телепортируйся на продажу, вон там вот, да, все, беги, покупай, выбивай самых крутых пэтов. А я пойду пока что еще больше прокачаю себе ДНК, наверное, или конфет возьму побольше, получше, ну-ка, взял. О, мороженку втащил, здорово, теперь мы мороженкой закидываемся. И главное знать, сколько мне надо. 10 биллионов надо на третью локацию, на третью локацию. Мне сразу рарный выпал, а потом эпический. Ничего себе, вот это тебе повезло, повезло. А я пока пойду посмотрю следующую локацию. Кстати, у меня же есть еще вот этот рарный бонус, который я не крутил. Давай попробуем выбить что-нибудь крутое. Выбиваем, давай. Какой бонус мне дадут, интересно? Мне дали питомца! Конфетный лорд. Вау, ничего себе. Какие у него характеристики, друзья? А где он? Где конфетный лорд? Я не понял. А вот он. X35. О, X40 монетам. Это читерский питомец, друзья. Очень мощный, жесть, конфетный лорд. Смотри, Дубяша, ты где? Ты где? Я... Где? Я не вижу. Покажи пальцем, давай. Ты где? Я здесь на продаже. А, вот, смотри, у меня какой конфетный лорд. Ух ты, какой красивый. Огромный. Чё ты питомцев не надеваешь? Сейчас надеваю, подожди. Надевай. А я пока пойду, наверное... Я не знаю, куда. Давай я продам, наверное. Я сейчас возьму еще больше конфет. Иду брать больше конфет. Идем сюда, давай. Я беру вот максимально. Что у меня? Пончик. Донации. Оу, жесть. Я быстро сейчас прокачиваюсь с помощью пончика. Обалдеть. Вот это мощь, друзья. Это супер-мега мощно. Я уже полный инвентарь забил. 1 триллион у меня есть. Даже 1,5 триллиона. Мне явно сейчас надо ДНК покупать. Пока у нас там Нубаша стоит, пытается надеть питомцев. Я надела. Так смотри, там есть кнопочка надеть самых лучших. Ты сразу их надеваешь. Да? Вау. Круто. Крутые у тебя джеромы какие-то. Крутые питомцы. Серьезно? У меня таких не было. Что серьезно? А, вот я нашла кнопочку. Эквик Бест. Да, и Квик. Погнали, и Квик! Я пошел в третью локацию. Посмотрю, что там есть. Наверное, там должно быть что-то мега крутое. В ледяную локацию, заснеженную. Я уже почти что, кстати, все локации открыл. Ну-ка, телепортирую сюда, заснеженную. И сейчас я тебе скажу, X25 прокачка здесь, ну, Баша, смотри, X25, со снежной локацией, но тебе надо 10 биллионов конфет собрать для этого, чтобы у тебя было 10 биллионов конфет. Это легко, сейчас будет. О, 75 триллионов дают деньжат сундука, вау, ну-ка, а питомцы... О, 5 триллионов стоит питомец. Давайте хотя бы одного здесь откроем, посмотрим. Выпадает комонка. Обычная комонка. О, но 10 надо, чтобы попасть сюда. И жесть, 10 биллионов. Конфет. Не коинов, а конфет. Смотрите, здесь тоже крутые пэты. Обалдеть. Ну, 5 триллионов стоит коинов, конечно, питомцы, но они того стоят, наверное. Так, мы где там наша Нубаша? Нубаша, ты где? Я тебя здесь жду, в этой локации. Вот она я. Здесь, со снежной? Я иду в снежную локацию. Давай, иди, я пока здесь питомцев надел, и, наверное, я поудаляю здесь. А как открыть? А как разблокировать? Так зайди в нее просто, и все. Я не могу. Как ты не можешь? Конфет нужно. Я же тебе говорю, конфет. 10 биллионов конфет. Итак, сейчас я быстренько тогда удаляю. А как мне можно удалить? А, вот все. Сейчас мы удалим старых ненужных питомцев. Вот так вот освободим местечко. Там есть лучше? Да, тут есть питомцы гораздо лучше.
Итак, а, у меня заполнилось 500 миллионов. Воу! Ну-ка, 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 сейчас мне явно нужно побольше инвентарь. Инвентарь еще больше нужно. Так, заполняем и покупаем еще, наверное, конфеты. О, у меня есть теперь мороженка крутая. Это где? А, ты здесь, да, я до тут... сих пор прокачиваешь? Сколько у тебя конфет есть? У меня есть 11 миллионов конфет, да? Ну, ты можешь, наверное, попасть уже в эту следующую локацию. Я иду туда. Я тоже иду, но я уже посмотрю следующую локацию. Это вулкан. А там... вулкан. У меня Солнце есть? Есть. Ты где? Я вот, кстати, у портала стою, но я тебя не вижу. Я в снежной уже локации. Ты уже в снежной? Ты как туда быстро прибежал так? Ну, вот так вот. А я влавываю. А влавываю, чтобы попасть 1 триллион надо, друзья. 1 триллион. Обалдеть. 1 триллион конфет. Но я могу получить 1 триллион конфет. Мне главное сейчас до зимней локации добежать. Я там быстренько прокачаюсь и попаду в лавовую локацию. Мы сегодня все локации должны посмотреть с вами. Абсолютно все локации. Побежали. Добегаем до зимней локации. И так, есть я. Я в зимней локации. Здесь нас ждет, ну, Баша где-то сидит. Где-то она здесь есть, наверное. Ты же отсюда не ушла, наверное, да? Я питомцев выбиваю, да? Всё, сундучок открыла, да, вот этот большой? Нет еще. Да открывай в первую очередь. Ты чё? Ты чего? Ну вот я здесь, короче, рядом стою, смотрю, как ты выбиваешь здесь пэтов. И я, наверное, я накопил 1 триллион, я пойду в лавовую локацию и посмотрю, что у нас в лавовой локации есть и какие там у нас характеристики в лавовой локации должны быть очень большие. Ну-ка, давай, бежим до лавовой локации. Лавовая локация прямо вот здесь перед нами. Открываем, забегаем. Вот, друзья, лавовая локация, предпоследняя локация у нас разблокирована. X50 к прокачке. Обалдеть, очень круто. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько здесь... А у нас дает сундучок. Сундучок у нас должен давать здесь очень много, наверное. Ну-ка. Вот сундучок, вулканический сундук. 200 триллионов коинов нам дал этот сундучок. А питомцы здесь 750 триллионов стоят. У меня не хватает денег на питомца здесь, прикиньте. Обалдеть. Ну тогда я здесь попрокачиваюсь, наверное, пособираю максимально много. И потом прокачаю себе дополнительные конфеточки, чтобы сюда попасть опять. А у Нубяш как дела? А я... А можно как-то удалить несколько сразу питомцев? Можно удалить сразу несколько питомцев. Открываешь питомцы, справа наверху есть корзина, нажимаешь туда и выбираешь питомцев, которые тебе нужно удалить. Спасибо, Джуза. А я набрал 15 триллионов. Отправляюсь на продажу, получил 4 квадриллиона коинов. Я надеюсь, что мне этого хватит купить очень крутые конфеты. Покупаем лучшие конфеты. И так, мы уже приближаемся к концу списка, друзья. И, наверное, надо мне еще взять и ДНК получше. Да, друзья, есть, взяли и ДНК получше. Все, собираем теперь. О, хорошо, прокачиваемся. Очень хорошо. У меня есть уже 57 миллионов. Да, надо опять в лавовую локацию прибежать. Вернулся я на лавовую локацию. И у меня есть 6 квадриллионов. Значит, сейчас будем открывать лавовых питомцев. Выпадает эпик сразу же. Наконец-то что-то годное. Рарочка выпадает. Вау! Ну-ка еще рарочка. Замечательно. И давайте еще. Ну, коммонг выпадает. Посмотрим на характеристики.
Давайте сразу надеваем лучших. О, 47, 42. Вау, крутые, крутые ребята. Сразу все у меня лавовые питомцы. Здорово, здорово, здорово. Сейчас мы еще быстрее будем прокачиваться, значит. У меня есть 2,8 квадриллиона все-таки. Ну-ка, давайте пойдем на продажу. Идем на продажу, продаем. Ой, здесь гиганты ходят, пугают тут людей. Ну-ка, зайдем сюда и покупаем лучшие конфеточки. Докуда мы добрались? Ну, на самом деле, тяжело, да, проходить. Где у нас? Какая конфетка? Где-то. Вот, вот здесь. Дальше у нас 500. О, жесть, еще больше, да, стоит? Обалдеть. Здесь я не могу купить. Все потратил. Ну-ка, давай кушаем крендель. Ну да, уже тяжеловато идет прокачка, тяжеловато. Сколько, в общем, нам надо на реберт взять ранг нормальный? 600 квадриллионов, 3 квадриллиона, 600 квинтиллионы. Ну золото 2, я не знаю, получится взять или не получится. Давайте-ка сбегаем. Нам нужно будет сейчас опять в лава-локацию вернуться и прокачаться по максималочке. Я, конечно, думаю, мы 600 не сможем получить, но хотя бы 3 квадриллиона или сколько там надо на золото 1 мы запросто получим. На лава-острове как раз у нас X50 к прокачке. Я собрал вот опять 35 триллионов. Ну-ка, пойдем продаем. 12 квадриллионов мы получили. И сейчас, ой, какой-то голый мужик бегает. Ну-ка, давай сейчас идем сюда и покупаем ранг. Золото мы не получим, наверное, золото 2. Поэтому берем золото 1 реберт. Давай, покупаем. Бэм! Все забросилось, друзья. Ну, а теперь я еще быстрее должен прокачиваться. О, за одну продажу сразу 130 тысяч получил. Отлично, друзья, отлично. Ну что ж, вот так вот мы здесь поиграли в этом конфетном мире. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставили лайк, подписались на канал. Ну, а на этом у нас все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.